Oi, ó. Oi, oi, oi. Ай, ай, ай! Я не знаю, там может чуть-чуть Макса спина была, но видно было, как ты по ней ударил. Это тренировки с прошлого ролика сработали. Раз в год и палку попадет. Нет, это тренировки с прошлого ролика сработали. Здорово, здорово, пацаны! Вы на канале Вабон Геймс. Я кухарь и с нами, естественно, Мишаня. Вот он. Вот он. Мы сегодня собрались здесь же на аренке, чтобы повторять голы. Вы в прошлый раз почти набрали определенное количество лайков. Мы все понимаем, рубрика свежая, поэтому даем вам шанс. И в этом ролике должны набрать 1888 лайков. Да ладно, да наоборот было 1666, поменьше, 1666 пацанов. 1666 не надо. Ладно, пацаны, набирайте побольше лайков для того, чтобы мы продолжали эту рубрику. Ну а сегодня мы будем повторять голы из континентальной хоккейной лиги. Ну а самое главное, вы знаете, что лучшей компанией, самой надежной, самой крутой является компания OneX. И по ссылке в закрепленном комментарии вы можете зарегистрироваться и по промокоду WABONGAMES получить 100 баксов. Это, мне кажется, очень круто. Для вас по традиции я подготовил гол. Его любимого гол. В исполнении нашей сборной. Да. В его любимом стиле надо попасть какого? В лед по шайбе. Слету, очередной раз. Вантаймером. Вантаймером нет. Давай, что за гол? Чемпионат мира. Щелчок. Ой, она отскочила от стекла, что ли? Да, из-за ворот. А тут нет стекла. А мы сможем. Мы сможем повторить такое? Защитник бросит. Эх ты, через верхнюю перекладину. Ребят, это будет невероятно сложно. Если я это повторю, то вы лайками, блин, одним лайком вы точно не отделаетесь. Нет. Я хочу сказать, бля, если они с первого раза не забьют, бля. А они это кто, блогеры? Вот этот Вабон, блядь. Вот, сука, если не сделает, бля, я его не знаю, блядь. Я думаю, надо поставить лайк, а дальше посмотрим, блядь. Миша боится, что его затылочек шайбич прилетит-то. Хотя у него затылок защищен. Я, чего, блядь, братарь, блядь, не настолько, нахуй. Такое не считается? Нет, но ты не забил. Нет, она в щитки у него застряла. Было круто, достойно лайка. Опять сложный гол выбрали. На самом деле, если было бы стекло, наверное, шайба бы получше отскакивала. Здесь сетки нет. Ну не знаю, вот Макс говорит не так. Мы Макса не будем слушать, он нас не умеет играть. Это было круто. Вот так вот, вот так вот. Лайк, слушай, ебать. Лайк. Вот эти кистюльки в тандеме с этими банками дают результат. Ребята, столько стараний, столько переживаний, и это достойно лайков, я вам говорю. А ты что скажешь, блогер? Я знал, что получится, и будет круто. Хорош, хорош, Вабон. Ну что, дружище, дружище, следующий гол, а точнее не гол. Теперь мы будем повторять сейф. Мишаня проявил инициативу, сказал, я повторю любой сейф. Любой, какой это хотите. Изи, изи, ребята. Изи, изи. А мы с Максом тут вспомнили один офигенный сейвик. Кого? Бросок был Копитара. Копитара, а сейв сделал? Андрюша Василевский. Андрюша Василевский. Потом... Некоторые думают, что он с другой планеты, я тоже, ребята. С другой планеты или с другого района? Посмотрим. Так,
Так, если честно, я сам не совсем помню этот сейф, я помню, как это было красиво. Воу, а ты смотри, он в лед ударил. Смотри. Я ударил, блин. Смотри, он в лед, получается, ударил Копитов. Тут же еще вон в чем вся приколюха. Давайте нам повтор, пожалуйста. Сейчас застрял. Бля, Василевский, он сам, по-моему, не понял, что он сделал. Он прям в шоке. По инерции. Он из-под очка еще смотрел такой. О, вот, не, нам со стороны Копитера, пожалуйста, повтор. Сейчас будет вот, из-за стекла. Да. А, не слева. Из-за стекла будет повтор сейчас. Просто да. Просто ну да, ему передача пришла между ног, по-моему, да, она? Сначала, Мишань, ты должен сделать вот так, из-под ноги у кого-нибудь просто. Ну, короче, вы поняли. Задача поймать шайбу вот так вот. Намертво, причем в ловушечку. Ах, будет сейчас интересно, да? Поехали, давай. Так, Владик залетел Владик в ролик. Сейчас он будет передачу отдавать мастерскую. Передача от Паши, где сюда, видите? Да. Оу, не получилось. А ты ему всегда так сильно будешь кидать? Да нет, ты просто передачку пошла. Ну ты прям в ловушку ему кинул. Прям совсем в ловушку. Мишань, делай разворот все-таки. Ах ты, немножко. Ах, почти. Ах, ах. Давай, Миша, у тебя получится. Ах, под перик. Вот это красавец! Я говорил, понимаете, это стоит поставить лайки, поднимите, подписочка, это все, что нужно для вабон. Ну пока, ребятки, все складывается очень неплохо, мы повторяем классные голы, но теперь самая сложная задача, ну, для самого главного нашего мастера. Максик, ты готов? Как ты думаешь? Барсик, ты готов? Как ты думаешь? Мишань, я им такой приготовил. Все просто просили, ребятки, наши братюшки, повторить булит Дацука. Какой? Тот самый. Какого Дацука? Еще в ЦСКА тогда Паша играл, когда, да, и это трактору был булит, и вот он разбегается, и вот так вот, оп, и через две ноги под мышечку голкиперу. Максон в прошлый раз забивал, помните, через одну ногу, а теперь через две, насколько он с этим справится. В прошлый раз, первый раз, по-моему, получилось, а в этот раз я что-то не уверен. Как говорят у нас в Дзержинском, не уверен, в жопу. Мимо. Ой, хорошо было. Сложного в этом ничего нет, просто ты не Паша Дацук. На спортивной жизни последний год я не способен сейчас первой попытки трюк. Виски с колой будешь? А ты под мышку попал? Или нет? Да. Что ты такое это? Ты должен скромно, как Павел. Ну что, у Макса получилось все. Мне очень нравится, как он исполнил этот гол. Он невероятно похож, но у нас сегодня одна камера, вторая села уже. И мы попробуем сейчас, чтобы Максим еще раз этот гол повторил, но заснимем его чуть другого ракурса. Гол! Вот! Вот это был идеально. Как вы? Это было круто. И причем это реально один в один в подмышку, и она да, также провалилась туда. Да, куда надо, прям она прям зашла как нужно. Прям лайк. Только надо отхлопать было у бортика там, партнера. Ну что ж, парни, я надеюсь, вам понравилось. Макс, сколько надо набрать лайков? 1888. Он все-таки просит эту цифру. Ребята, пожалуйста, палец вверх. Нажимаем прям с самого начала просмотра этого ролика, потому что вы понимаете, тут годнота. Инстаграмы парней вот здесь.
мой инстаграм тоже в описании находится. Я надеюсь, что вы полюбили эту рубрику. Также, ребята, хочу сказать спасибо компании Гагарин Айс, вот этому прекрасному льду, на котором вы можете тоже оказаться. Ссылочка есть в описании. А также, если хотите себе изготовить подобную аренду для домашнего использования, то к ним же обращайтесь. Всем спасибо. Все.